Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем вообще. Кстати, тут решил устроить себе такое небольшое испытание. Завтра еду в поездку на 3 дня, короче, и буду с айфоном и с Apple Watch 3 дня, без Android, без Galaxy. Но заранее говорю, что это будет сложно. Почему? Потому что те, кто переходил хоть раз с iPhone на Android, либо с Android на iPhone, да, в том числе с часов Apple на часы под Wear OS, это всегда сопровождается проблемами, так как ты не знаешь, как там что работает. Ну а мы, значит, с вами о чем? Вот есть такая вот интересная приложуха. Вот так вот она выглядит. Если мы ее запускаем, она есть, устанавливается клиент на Android смартфон, значит, и на ваши часики под Wear OS, в данном случае на часы Galaxy. Для чего это значит? Значит, это приложуха, по заверениям, так скажем, разработчика. Вот как здесь, дорогие друзья, написано, что оно значит делать. Это приложение может помочь удалить признаки ЖК-дисплея с экрана часов Wear OS. Выгорание. Вот на часах Samsung, вернее, на смартфонах Samsung, вот выгорание, вот если сейчас белый фон сделать, просто некогда. У меня вот эти значочки нижние уже, я одно время их долго не менял, и они у меня стояли в одном положении, и у меня они отпечатались еле-еле, но на сильно ярко-белом фоне видно это хорошо. Поэтому вот они могут выгорать. Там OLED-дисплея вообще нормально. Это проблема именно смартфонов Samsung. Также я видел на XDA, есть такой сайт, что выгорает и дисплей часов Samsung. Ну, как бы это очень сложно. Во-первых, почему он выгорает? Если вы ставите, допустим, очень сильно яркий циферблат, и причем на всю яркость, и долго их не меняете. Все, это однозначно у вас начнутся появляться вот тени, примерно как сейчас вы видите на картиночке. Ну и как здесь написано, что если вдруг у вас даже это уже случилось, да, то данная приложуха поможет вам это устранить. Мы не можем гарантировать 100% эффект, но сочетание методов восстановления жидкокристаллических ЖК-дисплеев используется в этом приложении, может помочь во многих случаях. Короче, другими словами, удалить уже, если вдруг появились изображения, дубликаты экрана, там остаточные изображения. Ну и как оно работает? Ну, работает оно очень просто, в принципе. Вот так его запустили и дальше поехали. Нажимаете первое, значит, хопс, в течение, я так понимаю, 174 секунд вот такая вот штучка у вас будет происходить. Вы дождетесь, короче, окончания, потом следующее, уже вот такой вот, просто белый чисто, да, потом 60 секунд следующий. Скрин какой-то опять-таки, да, потом еще раз, 109 секунд уже вот такая вот штучка, потом колор, вот такая рябь, короче, появляется просто вот на часах, рябь отключили, да, ну и вот такая вот потом, вот 28 секунд, ну 30 секунд, короче. Это же самое можно запустить из самих часов, пожалуйста, вообще без проблем, все так же запускается, как и со смартфона. Не знаю, если вдруг у вас есть вот такая проблема, да, остались тени, да, на экранчиках, то стоит попробовать. Вдруг действительно поможет. Ну, а если вы любитель использовать прям реально яркие экранчики, ой, циферблатики, то советую вам вообще прибегать к этой приложухе там, ну, раз в месяц, я думаю, будет нормально, или раз в 3 месяца, и проделывать это, возможно, это действительно помогает. Не буду вам говорить, что прям 100% прям крутая штука, не знаю. Но приложение бесплатное, почему бы и не попробовать, так скажем. Тем более, если у вас уже появились эти тени на часах. Это очень сильно видно, говорю, как на белом фоне. Вот если вы белый запускаете, допустим, в моем случае, видите, ничего нет. Но бывают вот здесь тени такие, отпечатки, особенно от циферблатов. В свое время, я помню, это было очень, по-моему, на четвертых. Белых всего 4 на сайте XDA, короче, проблема. Там многие кричали «караул», короче. Но хочу сказать, что это был на тот момент гарантийный ремонт.
Так что люди обращались и по гарантии все делали. Ну вот такая вот штучка, дорогие друзья. Вы же были на канале Smartwatch. Подписывайтесь. Вот как я уже сказал, Apple Watch. Сейчас будут видосики у меня и об Apple Watch. Следующее видео будет об операционной системе, которая новая вышла. Не бетка, новенькая, там 10.3. Покажем вам, какие фишки там самые крутые-то. Вот так вот. Пока.